Полицейские Нарьян-Мара провели футбольный матч с командой детского дома. Его приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается сегодня. Товарищеская встреча прошла на стадионе «Лидер». Организаторами футбольного матча выступили отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД совместно с председателем Ненецкого регионального отделения общества «Динамо». Основной целью спортивного мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни, а также воспитание у подростков антинаркотического мировоззрения. Остановить спортсменов не смог даже проливной дождь. Данный матч был посвящен Международному дню против наркотиков, потому что спорт – это самый основной продукт, который может вывести людей из какой-то зависимости и не употреблять наркотические средства и психотропные вещества. Так что нам, как говорится, погода не помешала, потому что мы даже в дождь смогли выйти на поле и забить около 6 голов. На протяжении всей игры у обоих ворот шла активная борьба за мяч. Защита обеих команд не подводила. Никто не хотел отдавать преимущество сопернику. Футболисты обеих команд показали высокий уровень самоотдачи и красивую техничную игру. В завершении товарищеского матча начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Евгений Солонович поблагодарил ребят за красивую и честную игру и вручил лучшим игрокам команды почетные грамоты ОМВД.